самая фантастическая, самая просматриваемая рубрика на моем портале «Битва лайков 2». Сегодня собрались в клубе все те, у кого нет айфона 5S. Ведь они за него борются в финальной битве «Битвы лайков 2». Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play. Толя, привет, как дела? Привет, очень хорошо, жду своей очереди. Ты выиграешь сегодня все? Ты участник? Да, я участник сегодня. Я попробую накормить всех и битами, и очень вкусной едой, которая у меня подготовлена вон там. Play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard. Чем ты удивишь в следующий раз? О, я не знаю, но если такой проект будет, я и мои студенты обязательно примут участие. Город Нижний Вартов вместе с городом Тюменью! А кого ты болеешь? За себя. Привет! Я видел твое фееричное выступление. Скажи, было тяжело? Ты волновался? Ну, было не очень тяжело, но в любом случае подготовка — это клевое ощущение. Я вот этот бокс сначала не хотел. Хотел так же, как на видео, а потом что-то решил. Ну, бомбану так бомбану. Победителем битвы лайков 2 становится... Да, давай быстрее! Антон Павлинов! Со мной рядом находится победитель битвы лайков номер 2. Поздравляю тебя. Большое спасибо. Тяжело ли было? Что ты предпринял? Что было решающее? Чем ты удивил больше, чем все остальные? Конечно. Вообще, я тренируюсь 5 лет. Когда пришел на битву лайков, ну, думал, что все будет простенько. Но когда увидел своих конкурентов сегодня, они заставили очень волноваться. Я Павлинов Антон, победитель битвы лайков 2. Смотри мое ТВ и будь в сети. Yeah.